Так, ребята, играем в ретро-машина. Я платина бью. Это 14-я платина у нас на канале. Если что, 14-я платина у нас на канале. Разработчикам опять огромный привет. Да, на данный момент у нас есть 13 платин. Кто не в чате, сейчас зачитаю. Мы выбили платину в Spider-Man. В Resident Evil 2, в Assassin's Creed Odyssey, и я такой, типа, ну все, можно бить платины. И началось. Astra's Playroom, Goat Simulator, Far Cry 5, Little Nightmares 2, Horizon Zero Dawn, In Rays of the Light, Batman Arkham Asylum, eFootball PES 2021, Days Gone, The Last of Us Part 2, Assassin's Creed Syndicate и, пожалуйста... А, 14 у нас платин. Лёль, я забываю постоянно про Синдикат, что она не 13, а 14. Да, мы 16, получается, бьём. Каждая 10-я платина идет из реквестов. Вы кидаете донат с названием игры, которая есть на PlayStation 5 с платинами, с платиной, с платиновым достижением. И я добавляю эту игру в список реквестов. Единственное условие, это платина не должна быть дико задротной, типа Devil May Cry, условно, где там нужно 40 лет учить комбухи выбивать. И не шибко долгой, то есть не должно быть какого-нибудь гринда, как Monster Hunter World на 300 миллиардов часов. Такие я сам беру иногда за милую душу, и даже задротные тоже. Спасибо за фоллоу, Мак. Спасибо. Так, но сейчас мы идем в ретро-машина. Давайте продолжим. Так. У нас здесь под конец будет в финале ачивка, которую можно будет пропустить. Я на заграничном сайте, не на стратегии, нашел инфу, которая, я надеюсь, мне позволит справиться. Так, мне нужно будет в нужный момент вот так вот сделать под финал, под самый. Так, а здесь мы же назад должны идти, правильно? А, лол, подожди, подожди. Я реально, реально назад сейчас схожу. Кубев, привет, спасибо большое за фоллоу. Если нас смотрит кто-нибудь из Широ Геймс, то это Диме War Tales очень понравилось. Не понравилась она, алло, чё ты вот обманываешь, я не знаю ее. Так, там у нас ракета. Да, там у нас ракета и город этот, потрясающий вид. Шикарно вообще. Красоты рисует игра. Шикарные красоты. Шикарный вид. Я вот сюда хочу. Я хочу все-таки залезть вот на эту платформу. Чат, который вчера со мной был, должен понимать, о чем я. Предложат, бери, там разберешься. Ясно. Арт-код, спасибо большое за фоллоу. Чё, Биф, я вот не знаю, я сказал спасибо или нет, что я запутался. Так, лечу правильно. Не понял. Погодите. Я отсюда что, не смогу туда попасть? Придется заново проходить? Да ты гонишь. Блин, тупо, конечно. Тогда нажму с последней контрольной точки, я, наверное, там наверху появлюсь, чтобы не бежать опять обратно. You can smile now. Спасибо большое за follow. А, ну назад, да, тогда чё? Так, у нас есть красный картридж, и мы должны им воспользоваться. Только где? Главный вход? Или свалка ядовитых отходов? Я не помню, где там. Давай, ладно, свалка ядовитых отходов. Придем, откроем карту и посмотрим.
Так, открываю и смотрю. Вот здесь проход, да, в предгорье. Вот здесь... Вот здесь. А, вот. Во-во-во-во. Я правильно пришел? Нет, неправильно. К главному входу мне надо. Все-таки к главному входу. Да, и там как раз красный картридж. Я же красный взял картридж. А, блин, я, по-моему, синий взял, нет? Сейчас, надо посмотреть просто. У меня же есть хранилище. Блин, я синий взял картридж. Но он тоже здесь. Вот вниз. Спускаемся просто и все. Синий вроде, да. Сейчас, секундочку. Максис Плюс, спасибо большое за фоллоу. Спасибо. На шаг 23, я на шаг от 30. Спасибо, Ноки, за саб. 23 месяца, это прям топ. Огромное спасибо тебе за поддержку, такую длительную, долгую. Мне очень-очень приятно. Я запустил рекламку, ребят. Я вообще в прошлый раз, когда на главной был, запускал рекламу очень часто и заработал 60 центов. Так что я собираюсь стать миллиардером на рекламе. Поэтому буду запускать ее сейчас. Мне нужно еще 60 центов. Так, смотрите, а здесь сразу же требуется зеленый картридж. Интересно. Этого бота мы не будем бить, правильно? Правильно. Я сказал, мы не будем тебя бить, алло. А, он отсюда вылазит все равно. Нафиг, иди тогда. О, да, он отсюда вылезет. Навехонький. Не-не-не, подожди. Там реально платформа есть, смотри. Ну там же правда платформа есть, ну ё-моё. Сейчас, подожди, ну правда ведь, я же вижу ее. Может сюда? Нет. Вот она. О, в стенку врезается просто. $60. Да. Еще 50% твичу отдал. Так что прям, я говорю, я богач. Миллиардер. Интересно. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот ты мне нужен. А, она как? Можно-то, оказывается, а? Действительно, здесь была платформа. Я же не дурачок, я же все вижу. Отлично. Красиво. Так, здесь где-то еще и улучшение вот этого меча или что-то такое. Вы знаете, вы поняли. Тебе придется перейти на другую платформу, дядь. Давай. 60 центов это отец 50 центов. Сестра его. 60 cents. В России ее называют сиськи центы. Придется выйти опять, дядь. Давай. Подожди, а чё? А чё?
Чё? А чё происходит? Нету прохода здесь никакого? А что вот он делает? Вот что ты делаешь? Ты типа подсвечиваешь? Ты подсвечиваешь мне типа путь? Ясно. Да, он реально подсвечивает мне путь. Так. Ты же внутрь не пройдешь? Не пройдешь. А туда улетишь? И туда не улетишь. А зачем ты мне тогда здесь? Чуть попозже, видимо, узнаем. Так, видите это? Вы видите это? Здравствуйте. Ай-ебой. На карте есть еще дневник, блок с ремонтом и блок еще с чем-то. Яуч. Стоять. Бояться. Супер. Так, ну смотрите, во-первых, ты создаешь вот этого дядьку. Тише. Во-вторых, ты летишь наверх и там остаешься. Так, теперь мне интересно, а как же мне добыть? Ладно, сейчас подожди, сейчас что-нибудь придумаем. Как мне вот эту штуку добыть, хочу сказать. Сейчас что-нибудь придумаем. Сейчас что-нибудь придумаем. Ауч. Так, открыли проход. Открыли проход, взяли дневничок. Вчера снаружи прогремел большой взрыв. Ударная волна достигла даже нас. Судя по вспышке, взрыв произошел около Atomic City. Сегодня мы провели осмотр с целью оценки ущерба. Оказалось, что вчерашний взрыв повредил систему герметичности. Если мы срочно ничего не предпримем, то к нам из внешней атмосферы начнет просачиваться радиация, и это может обернуться серьезными проблемами. Нам удалось укрепить конструкцию, для этого пришлось изолировать два сектора лаборатории. Пока что мы в безопасности, но рано или поздно радиация к нам просочится. Нужно найти новое убежище, но... Как, если мы не можем покинуть это место? Сегодня мы обсудили возможные варианты поиска нового убежища и решили, что лучше всего будет создать машину, которая сделает все за нас. Она должна быть невосприимчивой к радиации и достаточно автономной, чтобы исследовать местность и вернуться к нам с информацией. В качестве базы для нашего робота-исследователя мы используем один из старых прототипов Nucleonix. Nucleonix. Чат, пиши что-нибудь, пиши что-нибудь. Пиши, что ли? Что-нибудь пиши, ты чат. Ну, чат, ну, пожалуйста, ну. Не оставляй меня одного. Я же начинаю нервничать, чат. А, подожди, мы же умеем вот эту штуку. Точно, мы же умеем эту штуку вот сюда вот привозить и перевозить. Ага. Рот. Ох. Вы вдвоем. Так, выйдите сюда. Я пишу, но не туда. Ну, в смысле, так туда надо писать. Ауч. Сейчас, подожди. Ништяк. Ты берешь и переносишь теперь куб в необходимое нам место. Давай. У меня работа. Не могу не делать ее. Блин, ну да, нет. Работает святое. Это как бы понятно. Это надо.
Тут думать, что ли, надо? Да, да. Думать, драться, думать, драться. Драться, думать. Ну-ка, есть там что-нибудь? Нету. Так, скажу и сейчас, ребят, у меня налажен контракт с разрабами через дистрибьютора. Поэтому если... если что... если что, если что-нибудь хотите передать им, сказать, что что-то нравится, что-то не нравится в игре, вы пишите. Я думаю, там прочитают, узнают. Чат прочитают, либо я передам. Мы выявили, что для себя, что нам не хватает на мини-карте, на карте точнее, разделения зон, как в Resident Evil, чтобы они отмечали локации, в которых мы не взяли еще все предметы, которые нужно взять. Это единственное пока что, что... Пока что что? Единственная пока что вещь, которую вот нам не хватает с чатом. Так, подожди, а ты туда не можешь попасть? Нет, там ничего? Нет. Бог, привет. Ретро-машина называется, да. Так, стопы, подожди, не тот. Вот тот. Паскуда какая, а? Лизать его не бьют, слышал такую вещь? Гад какой, а? Давай. Жги. Черт. Успел свалить от него. Не-не-не-не-не-не-не-не. Да, дама, спасибо большое за фоллоу. Ой, юмор тут той не приживется. Блин, нихера не видно же. Здрасте. Подожди, а кого я там прицепил? А, вот этого. Ага, я понял. Давай еще разок. Поехали. Сейчас поставим блок, и свет не будет выключаться.
Супер. Все, 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 работай. Работай, не выключайся. Вот проблема одна. Так, камера просто отдалится, и я увижу хоть что делать. А, слушай, как я понял, вот здесь же это херня, не? Да? Да-д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 а. Там же был вызов, да? Да-да-да-да-да-да-да-да. Подлечусь. Так, на этой локации остался только меч. И все. Надеюсь, я его не упустил где-либо. И скорости мы его найдем. Что за бред? Еще он пишет, что смотрит почти 2К, а чат чат пустует, так погляжу у многих. Дело в том, что это главная страница Твича, поэтому смотрят очень много, но смотрят с главной, а не на канале. Чтобы в чате писать, нужно зайти на канал, то есть тыкнуть на меня, а не листать, просто скроллить главную. Те, кто смотрят, там 90% даже без звука, наверное, смотрят. Они типа проскроллили, херак, все, мне там... Мне засчитали просмотр. Вот. А так, кто со звуком смотрит, заходите, фолловьтесь. Мы будем вам рады. На постоянной основе. Интегра, привет. Интегра. Работаю ем, поэтому почти не пишу. Ля, как. Хорошей работы и приятного аппетита. А я все-таки упустил здесь где-то меч. Зараза. Такой я. А где я мог здесь меч-то упустить? Вот где здесь? Да везде, ребят, везде. Где? О, черт. Я подсмотрел, где. И мы пошли назад. Как ни странно, я упустил. Да ладно. Да ладно, да брось, но ты вернулся, ты гонишь. Ну это же заново проходить, ну разрабы, ну что вы, ну да-да-да-да-да. Ну алло. Ну камон. Ну зачем так делать? Зачем вы его увели? Зачем вы его увели? Вы не даете возможности вернуться с этой стороны. Мне теперь всю локу заново проходить. Ну кошмар. Вот здесь вот, короче, вот тут энергия. И мне теперь всю локацию от красной точки вот так вот
ради этого красного меча. О боже. Это тупо. Вот таких моментов хочется поменьше. Нет, их и так мало. Хочется, чтобы их вообще не было. Все, ключ пошли собирать, все. Зараза, сломал меня. Блин, я расстроен. Да-да-да, он на Кленка похож, действительно. Так, АЕ, ключ взяли, но на этой локации, видите, уже два места, в которых мне заново локи надо проходить. Это тупо, два места. Впервые, да, на предыдущем и на позапрошлом месте. В предыдущем и в позапрошлом городе не надо было, не было таких мест. Так, а куда это выход? Куда это? Угу. Здесь какое-то маленькое местечко, судя по всему. Надо пройти его. Интересно. Хорошо. Мультитрон.
Так, а что-то тут еще осталось? Все, типа, ничего не осталось. Ты меня куда-нибудь вывезешь, типа? Подожди, 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 подожди. Там же наверняка можно еще прыгнуть, да, вперед? Ну-ка, раз, два, три. Во. Давай, включи свет. Что? Вот я куда прошел? А, я походу к следующему ключу иду. Да, там же выход будет справа. Просто здесь еще же влево можно пойти. Обалдеть, ладно. Маленькая локация, ага. Заворачивает вправо и ведет тебя к ключу еще одному. Эти заразы будут вставать. Бить меня будут сейчас. Музыка в игре клевая. Музыка, рисовка, все по кайфу. Кроме тех моментов, вот, когда возвращаться нужно. И я говорю, есть одна ачивка, которая, если мы вовремя не выйдем из игры вообще, то есть не закроем ее нахер, то придется всю игру заново проходить. Прикинь. По-моему, это тоже такое себе для такой игры. Так, ну наверняка же вот можно же там что-то. Нет? Давай посмотрим с этой стороны. Есть там что? Ага. Ага. Тотальный контроль. О-о-о-о. Все ядра радиочастоты, ребята. Ребята, на прошлых локациях ни одно ядро радиочастоты не было упущено. Кайф. Кайф, 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 кайф. Это серьезно? Нифига себе, я просто тут в воздухе сейчас стоял. Обалдеть, оно мне помогло. Они мне помогли тупо сейчас. А сейчас, конечно, не очень. Стой тут. И бей вот эту гадину. Не было проблем с ним. Ауч. Ну еще вот это вот, зачем он лечит каждый раз, когда я на локацию захожу? Смысл? Просто... Эй! Справиться очень легко. Похоже, это, ну, на финальную аренку типа локации. Впереди ключ. Просто идем и берем, да.
за час, если успеем игру пройти, возможно, платину возьмем. Возможно, платину возьмем. Эти ядра с ключами не собираются в запас, да? Ты их подбираешь, они сразу отхиливают? Нет. Видишь, вверху слева две вот такие таблеточки. Вот они собираются в эти две таблеточки. Раньше собирались в одну таблеточку, пока я не прокачал до двух таблеточек. Вот. Когда у тебя две таблеточки, уже все, уже дальше, да, отхиливают. Если их у тебя максимум. Поэтому у них, да, смысла нет. А, вот, смотри, подожди. Значит, мы же сюда зашли, прошли вот это все по кругу, но мы же не везде посмотрели, что, да? Что есть, что нет. Вот как минимум вот вперед не прошли. Там, видишь, проходы какие-то имеются. Что-то есть, что-то есть. Мне это что-то хочется забрать, естественно. А, вот опять, вон он, блокнот лежит, а он не отмечен. Не отмечен он на локации. И что вот прикажешь делать? Не отмечен, и все. И вот если я где-либо пропустил блокнот неотмеченный, это будет проблема, дамы и господа. Зачем он мне нужен здесь? А, он мне нужен здесь, чтобы я свет включил. Чтобы я свет здесь включил, но там свет уже включен. Ну все, получается. Модераторы, запустите еще одну рекламку. Хочу 60 центов. В прошлый раз я, по-моему, 3 раза запускал. 60 центов. Дорого, богато, хочу жить. Но она на самом деле тоже запускается только тем, кто заходит на канал, наверное, поэтому и 60 центов. Если бы это было 2000 людей, которые, типа, вот здесь и сейчас на канале находятся, тогда да, другой вопрос. Так, ну вот, сейчас будем возвращаться опять локацию одну. Так, а что я тут? Я же понасобирал что-то, правильно? Во, допустим, модуль гироскопа и модуль гироскопа. И еще 5 штук. Модуль гироскопа вкачать. Прием сигнала. Так. Снижать передаваемый урон. Тоже на максимум вкачали. Хорошо. Ну, все, ерунда осталась. Я теперь могу вот так делать. Оп-оп-оп-оп-оп. Можно ключики всунуть. Если вам делать нечего. Пошли в главный вход, опять пройдем туда, заберем модуль силы. Так, вниз, влево, да? Не, пока вот сюда за новым ключом не пойду. Я пойду за модулем силы сначала. Хочется пособирать все то, что упустил. Для начала. Так, я главных ворот. А, тьфу, мне вправо надо. Сколько я вообще в играх теряю времени на... А, подожди, это красный. Подожди, мне синий же нужен. Я забываю опять. Толпери, спасибо тебе большое. 23 месяца. Сегодня 23 месяца прям нон-стопом летят. Спасибо огромное. Погоди. Не, значит, мне не красный нужен, а какой? Мне синий нужен. А синий где был?
Синий, может, здесь был? Нет. Во, вот здесь вот он был, вот здесь. Значит, мне все-таки вниз надо идти. А, там, кстати, же еще и проход в... Там же другой еще картридж есть. Спасибо большое за подписку. Это очень-очень-очень-очень сильно помогает. Очень сильно помогает каналу. Мне заниматься тем, чем занимаюсь, очень сильно это помогает моей семье. И вообще это очень-очень приятно. Спасибо. Спасибо большое. Так, ребята, вниз, правильно. А потом вправо, да. В прошлый раз на главный мы сабгол на 2 единички, да, продвинули. А в этот раз на сколько уже? По-моему, больше. Или тоже 2. Вот я, получается, туда пройду. А, подожди, здесь, походу, маленькая комнатка. Я уже, правда, говорил уже так-то, да? А, здесь зеленый картридж нужен, а я желтый нашел. Ля, а где желтый? Где желтая дверь? Не знаю, ну ладно. Запомним, где зеленый. Тише будь. Подожди. А, вот так, да? Вот, Толпери, пока ты тут. Отдельное спасибо хочу сказать ребятам, которые на Бусти меня поддерживают. Выделю Толпери, Миллиган, Джинс, Сайкочок, Ася, Дарамир, Эксклюзив. Огромное вам спасибо, ребятки. Ваша помощь неоценима. Просто огромнейшая. Невероятно. Очень часто выручаете. Что происходит? Какую игрушку будем дальше бить? Ratchet & Clank мы будем бить дальше. Упал. Или Biomutant. Наверное, Ratchet & Clank, да? На 24 месяца помидорка упадет с веточки. Блин, а я не помню, на каком. На каком и когда. Наверное, Ratchet & Clank, да? Будет топово. На, недолгая, лайтовая. Продолжение к роботам будет норм. Что это делает на главном? Срет. Тебе в уши и тебе в глаза. На 2 года упадет помидорка. На 2 года? На 24. Ну, значит, все правильно сказано было. Значит, все правильно было сказано. Поупери, еще 1 месяц, и помидорочка твоя спелая. Молоденькая, красненькая. Ух, просто. Блэд. Нормально. Живой.
Вчера помидоры запек в духовке, кайф. Гад ты какой. Нам приготовила макарошки с тефтельками и с овощами. Я понял, насколько я люблю макароны с тефтелями недавно. Не вчера, но недавно. Я, в принципе, макароны обожаю. А вот макароны с тефтелями — это вообще отдельный сорт. Ну вот, и теперь что? Пойдем назад, получается. Половине, прямо вот половине локации. Так обидно. Блин, не, походу пойдем вперед, ребят. Тефтель давно не ел, надо сделать. Вкусняха. Походу мы пойдем вперед. Ай-ай. У вас нету такого, что летом ленишься готовить? Я прям вообще ухожу как будто бы в летнюю спячку по поводу готовки. То есть зимой я готов там какую-нибудь вкуснейшую пасту, что-нибудь еще, какие-нибудь соусы, какие-нибудь десерты, торты, выпечка, пироги. Чего угодно готов сделать. Стоять. Ты нам нужен сюда. А летом моя готовка — это типа пюреха. О, пюреха осталось. Пожарю с яишенкой. Капец. То есть разница же есть, да? И это максимум, на что я способен летом. Меня летом только на салатики хватает. Мне даже салатики впадло резать их летом. В основном в подсознании сковородка и печка, мысленно думаю, что и так жарко. Да, понятно почему, да, но... Я думал, может быть, это редкость. Такой, хочешь кушать летом вроде, а потом думаешь про сковородку и, там, не знаю, пойти сварить что ли пельмени, и думаешь, ну нахер, я уже как пельмень, не буду ничего варить, спасибо большое. Варить пельмени вот это, потом есть, еще и суп, если еще и с горячим чаем, потом, короче, потеть, сидеть, ну его нафиг, съем бутерброд. Где-то там вдали, там, типа, ну ты испортишь себе желудок, и ты такой, зато не будешь потеть прямо здесь, прямо сейчас, ем бутерброд. А почему здесь? Как будто бы... Не понял, почему здесь? Здесь свет, что ли, типа, выключен, или что? Ладно, в общем, не хочу. Не хочу даже думать, пошли отсюда. Пипа, это главное просто. Так-то я ничего не делаю. Завтра опять будет маленький онлайн. Не парса. Теперь нам нужно сюда. Чтобы сюда попасть, нам нужно сюда. Идти сюда. А, нам надо сюда, да? Сюда, да? Да, отсюда вниз я не спущусь. Давайте, я хочу сначала закрыть вот гельштальты эти. Салатик с помидоров, огурцов с сметанкой, выдержанный в холодильнике и теплый хлеб свежий. Ну, не знаю. Ты вот что-то сказал, я крошку захотел. Ну, вот что происходит, а? Так, селенушку могу вкачать? Не могу, еще две.
Единицы нужно найти. Я крошку не люблю. Не, я что-то прям, ну, мне нравится. Всякую, причем разную. Пипа не любит, когда маленький, Пипа любит, когда большой. А у самого-то приписка L Lil Pipa. Че ты вот это вот? Так, на свалку, да, погнали. Ешь оливье тогда, у меня брат так делает. Да, оливье топчик, согласен. Но ее делать долго. Впадлу, говорю же, там еще и яйца варить, вот это вот. Это же как пельмени сварить. Ну и нахер. Там I. Нет, там L. Lil Pipa. Блин, погоди. Так вот, мы входим, и чё? А как нам наверх? Забыл. Вот поэтому надо сразу забирать это все. Сразу прям. Вот где-то здесь, наверное. С главной направо и пошли, поехали. Дальше красный. Ну да, походу. Эх. модный, дорогой и надкушенный Айпипа. Нет, я вижу Л. Насливается точка с палкой. Слишком L. Блин, погоди, нет. Это ж мы только что здесь были, вышли наверх. Был проход сюда. Погодите. А как? А как тогда туда-то попасть? Чё за дичь? Ну, походу, всё-таки снаружи. Ладно, пошли тогда за другим ключом, чёрт с ним. Потом вернёмся. А то время теряю. Кофеёк, здорово. А, ну вот тебе, да, сказали уже. Ретро-машина. Так. Так. Вот, подожди. Вот мне нужно сюда. Как мне туда попасть? Вот как-то вот насквозь этой горы, чтобы сюда выйти. А как это сделать? А так ли это? Ти так, ти не так. Давай еще раз посмотрим. Насквозь гору пройти, да? Вот эту. Значит, где-то там справа есть выход. А, maybe вот это? Ну-ка. Можно сюда как-то попасть? Пойдем посмотрим. Так. Да. Да. Да, еще раз да, 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 да. Это, кажется, оно.
Лол, сюда можно будет потом прийти, через какую-то там первую вернуться. А зачем ты здесь? А, чтобы внизу было. Чтобы вот тут, вот здесь, на этой локации, она была. Все правильно. Значит, оно мне не надо, да? Значит, здесь не пройти никак. Черт. Ну да, не пройти. Ну тогда не знаю. Видимо, снаружи как-то. Слишком запутано. Здесь, Ась, я с тобой согласен, уже вот на третьей локации прям совсем непонятно иногда по карте становится. Как, чё, куда. Вот что. А мы здесь были, вот эта вот линия, она, ну что прорисовала? Какой проход? Вот куда вот этот проход прорисовал нам? Предгорье, наверх. А, подожди, он же нарисовал нам проход на эту, как его, на поверхность к порталу, к этому, ко второму, да? К третьему, точнее, да. Короче, хз тогда. Ладно, пошли через главный, окей. Еще раз я говорю это. Сколько лет смотрю записи по коопам, но все это время идет такой вопрос, почему помидорка это за решетку? Не очередная ли эта история? Ну, есть, да, история, связанная с именем, не знаю, рассказывать. Я просто очень много рассказывал ее, у меня даже в ВКонтакте видеозаписях есть. Есть эта история записанная, чтобы люди видели. Если что. Вроде бы ничего страшного, она разбивает с толку эту карту, да. А, так это вообще начало, ребята. Это вообще начало, вон оно чё. Тогда понятно, тогда понятно, ясно, ясно всё. Ясно, 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 что нихера не ясно так. Ну ладно. Тогда это все меняет, я начинаю понимать, как попасть все-таки. Как попасть все-таки туда наверх? Но! Но мы не знаем, как вот вниз рвануть. Вообще без понятия. Ну ладно, пошли. Рассказать. В общем, когда-то давно я сидел на блогах Stop Game, в блогах stopgame.ru. Сначала просто читал эти блоги, потом захотелось поучаствовать. Как у вас, вы сначала приходите на стримы, потом хочется поучаствовать в них, поболтать, пообщаться. Я надеюсь, захочется. И вы все-таки в чате будете писать. Я начал думать. Типа, о чем мне писать? Какие, ну, какие темы есть нетронутые? Вот, и я решил для себя, что неплохим вариантом... Я пришел опять главный... Ёп твою налево. Серьезно? Я пришел реально на главному входу? Да. Ё-моё, обалдеть. Да чё за это? Я заблудился, чат. Я заблудился. В общем, я подумал, что было бы прикольно писать
о самых каких-то сочных таких моментах в играх, которые остались нереализованными. То есть вот делается игра, про нее рассказывается очень много, и все, что она рассказывали, все не реализовали. Понимаете? Ну, это я начал думать, какое название подойдет. То есть, о чем-то таком самом сочном, что осталось где-то там за кадром. Вот, сам думал, день думал, два дня думал, три дня думал, очень долго думал, неделю думал. Очень долго думал. Ничего не лезло в голову. Я не знаю, куда идти. Я заблудился. А я позвал в итоге друга своего. Или как-то так вышло, что мы встретились. Давай серверную поднимемся, еще раз на карту посмотрим. С верхней стороны. И он пришел ко мне. Мы выпили, очень много выпили. Как я вот очень долго думал, я очень много выпил после этого. Как-то надо было занять все это вот очень много думания. Ну вот, очень много выпитым. Сейчас я уже не пью, но тогда пил. И значит, как же мне сюда попасть-то, зараза, бесит очень. И значит, я ему рассказываю идею, говорю, ну вот так вот, представляешь, вот такая вот тема есть, вот так вот надо сделать. Я ему говорю, очень много думал, я говорю, ничего не мог придумать. Видишь, как я говорю, очень много пью, это вот я столько очень много думал. Ну он, короче, почесал репу, говорит, иди спать. Я ему говорю, примерно вот так вот я ему сказал. Он говорит, иди спать. Я говорю, я же на квартире, сам решу, что мне делать. Он говорит, иди спать, заколебал. Я пошел спать, оказалось, он, короче, вымыл мне пол, потому что я там в туалете сделал дела очень плохо, плохие. Потому что я очень много думал и очень много пил. Вот, он мне там убрал. И, значит, потом говорит, знаешь что? Я говорю, что? Помидорка, говорит, за решеткой. Или до этого он сказал, в тот день, я уже не помню. Сочная, говорит, и где-то не пойми где. Помидорка за решеткой. Я говорю, все, хорошо, сойдет, отлично, спасибо. Все как-то так вот. Помидорка и появилась. Maybe can you tell me your email? For what? In my wiki page from Contacti, you can get my email. Давай. Не. Думал, бить его от соединя или нет. Очень долго думал. Блин, в молодости я бы после этого очень много пил. Нельзя было мне тогда так много думать. Так, да? Мы же здесь все брали. Да, мы здесь все брали. Все, уходим отсюда. Thank you.
все еще я без понятия. Но здесь мы возьмем вот эти оставшиеся два ключа. Как мне, зараза, попасть в ту часть? Черт его дери, а? Не, ну он нужен, когда мы там пройдем, да, чтобы наверх нас поднять. Вау. Ты посмотри, а. Открыли первый лифт. Помним его. Да, иди ты. Отдохни, подумай. Это проход наверх. Самое главное, а зачем он мне? А кто знает? Какая кривая локация, жесть. Ну, как и крутилка бесит. Как я и предполагал. Ладно, пошли вверх. Нам надо куда-то, отвлеклась по работе. Надо. Я даже не знаю, как объяснить, куда пока. Пока не заморачиваемся. Здесь лягушек еще соединяют, да? Где лягушку мне взять? А, понял. Интересно, погоди, а я лягуху могу? Хотел спросить, могу ли я лягуху перекинуть? Ну, видимо, не могу. Блин, прикольно, что через стену прошла. Вообще, по идее, не должна. Пойдем сначала туда. Какой час коопов ты начинаешь ненавидеть всех остальных? Какой час коопов ты начинаешь ненавидеть всех остальных в 6-6D? В какой час коопов? Примерно сразу, как планируется кооп. Дневник доктора Купера. Блин, мне так хочется успеть пройти сегодня. Просто, ну, осталось вот два ключа, по сути, и все, да? Хотя бы эту локацию бы успеть пройти. Я не знаю, там будет еще какая-то локка под конец, нет?
Я думаю, можно вот отсюда вот так доплыть. Ей! Так. А здесь и больше ничего не осталось? На этой карте. Я имею в виду. На этой локации. Они комбят, конечно. И зачем мне тогда эта штука, которая что-то там кого-то перетаскивает, если я могу сделать так? Странненькие, ну ладно. Тема, кого позашла, можешь рассказать, как вы начали с Артуром, Тёмой и Джеком вместе играть, или ты уже рассказывал? Когда-то был Артём. Они начали общаться с Артуром. Артём помогал Артуру. Потом Артур помогал Артёму. Потом я начал смотреть Артура и Артёма. Сначала Тёму, потом Артура. Потом я написал Артему и говорю: «Чё ты, ёпта?» Он говорит: «Да ничего». И мы поняли, что это любовь. Потом к нашей любви присоединился Артур с подачи Артема. Бред, а? Спасибо. Угу. Мне нужна лягушка сюда. Лягушка-путешественница. Вот. А Джек все это время, ну, как бы, мы как будто бы на нем были все это время, просто не замечали. Как на огромном-огромном ките. Думая, что это земля. Как-то так. Они оттуда нон-стопом типа приходят бесконечно. Хорошо. Зачем он нам нужен здесь? Maybe он нам нужен здесь? Да, он нам нужен здесь, окей. Да сколько ты продашь фотку Джека?
миллиона рублей. Но дело в том, что у меня их 10, и я хотел бы продать сразу все. Так, ага. Ничего не знаю, зачем мне сюда ее тащить. Ну, допустим. Оказывается, выход в другое место. Супер вообще. Вот так вот, да? Но мы же там не все взяли, лол. О, пойдем этот ключ заберем. Я думал туда. Вот засранец. Ладно. Среди них есть приличные фотки или как обычно в стиле ню? Ну как тебе сказать? Ню... прилично все. Паре один. Так, он может и здесь спуститься, кстати. Нужно ли нам это? Да, нужно. И здесь тоже может спуститься. Заморочи очень много. И она сейчас уйдет, нет? Нет, не уходит. Ништяк, здесь же еще, да, красный картридж. И по сути все.
Пиштяк. Не уходи, не уходи. Вот так, отлично. Здесь только картридж остался. Я думаю, он будет где-то в конце. В конце локации. Где просто лежать будет и все. Обалдел. Жесть. Так, забрали. Есть проход открытый. А здесь что? Спасибо. А это похоже на файт перед ключом. Так, да, засранец? Ладно. Ну все. Нет. А, еще он на той стороне появился. Гад какой. И не один ведь. Вот теперь все. Чуть нет, без ключа. Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. Давай, спускай меня, друг. Отлично. А теперь надо понять, ну, во-первых, последний ключ там где-то наверху, да? Во-вторых, мы же не все с вами посмотрели тут. А куда мы шли? Мы сюда шли? Или отсюда пришли? Мы отсюда пришли. Давай посмотрим все с этой стороны. Здесь вот как минимум есть ячейка, этот блок ремонтный. Как минимум. От заразы. От заразы. От заразы, а. Ладно, в эту сторону нам не нужно, с другой стороны просто зайдем и все. Мы сюда больше не будем идти.
АПшечки. А вон он блок ремонтный. Мы сюда и будем идти, я понял. От заразы! Ну как так-то? Ну, разрабы, вы в этой локации решили совсем меня во все стороны растянуть? Ну, уже третья, за которой нужно долго-долго возвращаться. Долго-долго прям возвращаться. Вот прям долго возвращаться нужно. Третья я, за которой нужно долго возвращаться. Эх. Ладно, хоть не сюда. Сюда? Нет, не сюда. Можно, знаете, как сделать? Можно вот так вот сделать. Нет? Можно. Заброс. Ух, как сократил, ух, как сократил. Отец. Отец сокращения, ё-моё. Так, лягушки у нас наверху, да? Вот что эта штука дает? Черт его знает. Блин, мне же того чудика тоже сюда везти, да? Так, ребята, скоро слетим с главной уже. Тем, кто пришел в чат к нам, тем огромное спасибо. У нас, в принципе, уже скоро заканчивается. Стримчанский. В этом я все-таки не успею, наверное, взять плашку. Было бы у меня время, я бы успел, но времени нет. Так, ты должен вести теперь эту платформу. Блин, вот опять у меня лягушка слева, робот справа.
Но лягушкой я управляю правым стиком, а роботом левым. В принципе, сам виноват, да? Надо было сразу думать и играть вот как в первой, второй локации. Я там более внимателен был, и тогда время бы это не потерял. Главное Твича, да, поэтому и так много зрителей. А. Хей. Отсюда вот так вот вниз полетело, правильно? А где я этот проход оставил? Наверное, здесь где-то? Нет, здесь выход на главную. Где я этот проход-то оставил, ё-моё? Первая локация. Это быстрое перемещение отсюда. Отсюда к главной. У меня ключ этот вот через красный картридж. Я думаю, это так. Там, где красный картридж, полагает. Да. Эта локация заканчивается ровно, получается. А, подожди. У меня еще одного красного. У меня еще зеленого картриджа, получается, не будет. Наверное, там, где красный картридж, там я и получу. Но... там я и получу зеленый. Смогу открыть проход. Получится, там я получу зеленый картридж. И там же я получу ключ последний. Я провел анализ электронного мозга роботов, обнаружил несколько интересных особенностей. Некоторые из этих следов столь глубоки, что не исчезают даже после полной перезагрузки. Короче, тише будьте. Я уже не думаю, что это надо бить. Ящики, я имею в виду, не думаю, что надо бить. Просто уходим и все. Спасибо за фоллоу, спасибо. Вот и зеленый картридж. А вот и ачивка за все картриджи, ребята. Все двери с помощью картриджа открыли. Только мы не открыли их еще. Но игре об этом знать-то не надо, да? Чекаем. Вот эта штука, которая надо юзануть. Ну, иди сюда. А ну погоди.
Не? И здесь не? Фига. Один дневник, и все получается. Ну, получается, да. Здесь все. Если нет какой-то скрытой комнаты, то тут все отлично. Ах. Ну вот начинается вот это веселье. А, ясно. Пофиг, у меня здоровье столько, что охереете. Серьезно? Она же на постоянной основе еще включила, зараза. Так, ключ, что-то там еще и что-то там еще. Опа. Сканирование робота. Результат сканирования нужен робот серии СВ. Статус переведен в спящий режим. Внимание, уровень повреждения системы 80%. Так, раз. Есть. Антрополог. Ребята, все файлы найдены. Подожди, ну окей. А... где-то здесь. Ну, ключ я вижу. А где здесь? Вот запись. Не понимаю. А вы понимаете? Я не понимаю. Давай не заново драться. Здесь нету ничего, здесь проходов никаких нету. Роботов пройти никак нельзя, ударить их нельзя, разбить никак нельзя. Здесь тоже, здесь тоже. Я не понимаю. Ладно, подожди, может быть здесь? А, да, вот оно. Сканирование робота. Да, это оно. Такая милая фоточка. Смотрите, одну фотографию где-то только не взяли. Пока мест. Сыграл важную роль, став первым из многих. Благодаря тебе у человечества появилось будущее. Прощай.
Да мне кажется, там, где вот картридж мы взяли, зеленый, мне кажется, там. Так, ключ есть. Тебя активируем. Так, теперь главный вход. Да. Ну, получается, не взяли еще кое-что. Ремонтный вот набор. И что по ачивкам? Так, босс, понятно. Все изображения, понятно. Скрытые, сдайтесь, это да. Найдите все ядра ремонта. Вот как раз там он находится. Все ядра питания и улучшения не нашли. Ремонт-то знаем, а вот питание и улучшение херово. Сейчас будем искать. Но, видимо, нет, не сейчас будем искать. Так, подожди, 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 подожди. А я зачем сюда зашел? Вот здесь закрытая дверь. Мне не в красную, мне в синюю надо, ё-моё, дурачок. Дулатёк. Я все время путаю красную и синюю. Три ремонтных, оказывается, еще нужно, ребят. Я только один знаю, где ремонтный. Но, видимо, все-таки на прошлых их локациях где-то мы упустили. Где-то что-то упустили на прошлых локах. О, это будет очень муторно. Пожалуйста. О, кстати. Вот здесь вот где-то у нас... Подожди, 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 подожди. Здесь у нас где-то блок улучшения, который я не взял. Чего? Ну, а, вот он. Вот он. Боевая машина есть. Ачивка за блоки. И еще одна ачивка. Коллекционер. Супер. За картинки. Я бы с удовольствием сейчас все позакрывал, но мне надо будет заканчивать стрим, отдавать его Еве. Поэтому уж платину будем выбивать тогда завтра на вечерней трансляции. Значит, там будет финал сюжета, несколько концовок. И до этого финала сюжета нам нужно будет одно улучшение вот для гироскопа найти, да? И три ремонтных блока. Один только я знаю где. Только один я знаю где.
Только один. Так, сейчас я ключи не буду ставить. А, возможно, кстати же, там же еще будут улучшения. Вряд ли три. Вряд ли три. Очень навряд ли. Сейчас я отсюда выйду. Просто, чтобы еще раз чекнуть локу. Откуда она вообще начинается. Вот она идет. Идет. Сюда ты попадаешь. Вот отсюда. Ну а как ты сюда попадаешь? Вот в эту часть, ё-моё. Либо с горы ты отсюда поднимаешь. Нет. Нет, мы сюда заходили. А, да, слушай, мы сюда заходили. И шли вправо. И шли вправо сюда. Потому что потом мы открывали здесь проход, чтобы быстро подниматься в эту сторону. А как? Подожди, а как? А как мы это делали? Как-то вот где-то здесь в горе есть вход. Где-то в горе есть проход. Идешь такой, идешь. Здесь вот у тебя есть куча всего. И ты такой идешь сюда, выходишь в предгорье, но здесь выходишь главный. Зараз, я не понимаю, ребят. Вот вообще не понимаю, как туда попасть. Здесь выхода никакого не будет. И сюда я много позже попал. Здесь главное, да? Наверх поднимались, ключи брали. Надо, короче, идти к лифту основному. И от него пытаться понять, как мы вообще двигались. Этому лифту. Как-то же мы от него двигались, вот так вот поверху поднимались сюда. А, так мы же сюда и спустились, лол. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И потом, да, вход, который ведет нас не пойми куда, или выход. Вот этот вот. Так, это мы, значит, спускались сюда в любом случае. Открывали вот этот проход в любом случае. И заходили и двигались уже дальше. Ладно, тогда здесь я закончу, вот здесь, и отсюда мы с вами уже будем продолжать в следующий раз. С этой точки. Определились. Огромное спасибо, ребята, за вашу компанию. Мне очень приятно было стримить для вас. Я говорю пока тем, кто на Бусти смотрит, пока, дальше круче.